потом, следующая порция будет потом. Все на места. Все, кому не досталось, становится напротив нашей русалочки. Потом, берите стаканчики. Посмотрим, заработаете ли вы на пойло себе. Берите стаканчики, потом придете вам на дюйм. Кто будет лучше танцевать? Ну, насчет того мы подумаем, разливать ли ему пойло. Так. Запоминайте движение и повторяйте за мной. Договорились? Да! Не слышу! Да! Музыку!